Короче, пацаны, смотрите. Роемся в кладовке сегодня. Вот, у меня есть какая-то... Вот знаете, что это такое? У усатой пчелы. Да. Что? Блядь. Там надпись какая-то, кстати. Где? Вот тут. На цену похоже. 50, 10. Нет, это мерка. Не знаю, на золото похоже. 50, 100. Что это было? Без понятия. Какое-то золото. Бля, советское это. Ну, как я понимаю, ты каску забираешь, да? А, да, еще морилку мы нашли. Это для пушек. Это нам для пушек. Что там? Посмотри. У меня подсветки нет сейчас. Смотри, какой кофе было. Глазоварим. Прикинь, если там в натуре кофе. Давай. Глазоварим. Что? Это кофе. Советские деньги. Что? Смотри, это советские. О, там мелочь. Лови мои. Нихера себе. 100 рублей? СССР. 54-й год. Смотри, 100 рублей советский. Вау, 54-й год. Вау, 50 рублей. 92-й, 93-й. Так, вот это, по-моему, наше уже. 50 рублей, 93-й. Так, 91-й, 5 копеек. Смотри, какая маленькая. Ой, извините. Смотри, какая. Чего она такая маленькая? Это копейка? Да. 87-й. Смотри, это иностранная какая-то. Это не наша, да. Она красивая. Еще тут есть потертая сильно. Ё-моё, смотри, оформление. Типа щит и 15 копеек в нем. Угу. Крутая. А это уже советская. Русская. Это советская. Уже русская? 5 это, рублей. Это русская, да. Так. Давай купюру посмотрим. 5 рублей. Советские 5 рублей. Советские деньги. Там сколько таких? Вот еще. Одну отдашь в коллекцию? Ладно. Дарю. Вау. Еще одна 5 рублей. Это круто вообще. Есть с волком. Это у нас... Это сколько? 5 рублей. А, тоже 5. А это что? 92-го. Это уже русские, походу. 25. Смотри. Это русские, да? 92-й год. 90... Ну, да. Вот. 3 рубля? Или что там? 3. Т-Р-Ы. Это тоже 92-й. Это Казахстан какой-то уже. Тоже 92-й. Смотри, пума. 10-й. 10-й год? А вот это уже советская. 3 рубля. 3 рубля. Да, советская. Это какого? О, 1 рубль советский. Помнишь, я тебе обменивал? Ну-ка. 91-й. У меня 61-й. Это какой-то, смотри, иностранный. У Аргана 61-й, и у меня 61-й теперь. А 91-й. А так ты обменивал 61-го? В смысле? Нет, с этим нет. Вот это, короче, иностранная, это, по-моему, какая-то украинская. Да, это украинская. А, 92-й тоже. Это будет у меня коллекция. Тут украинские и белорусские. Бобры. 92-й. Ну, короче, у меня три именно советских купюр. Вот мне вот интересно мелочь вот эту посмотреть. 92-й. Вот это еще наша, да, нет, в смысле советская. У меня такая была похожая, 50 копеек. Во, вот это круто. Вот копеек 81. Сейчас отдашь одну? У тебя просто есть еще. Ну ладно, такую забирай. Спасибо. О, это евро типа? Это еврик, покажи. Да, евро. У меня еще где-то $1 был бумажный. 90. Его подарили маме. А. Смотри, а кислина. 91 еще. Прикинь, кислина крутая. У нас такой есть, 1 рубль. То, что она кислая, это... 84. 5 рублей. Я там нашел... О, смотри, 20 рублей большие, 92-го. Вот я вот эту нашел, 54-го. Вот это, она круто выглядит. Это 54-го, а вот это 84-го. Это наш. Очень мало. Это шо? Смотри. 15 копеек. Это что это вообще? 15 копеек, 79-го. Блин. Это не знаю, что. Это, может, он стертый настолько. Да не, мне кажется, плаха какая-то. 89-й, 20. Да. 89. Вот, 3 рубля 91-го. СССР. О, круто. Крутая. Затертая. Это наша. О, это не наша уже. О, подожди. 3 копейки. 91-й, какие-то львы. Подожди, 3 копейки, 91-й. Тоже евро. 91-й. Смотри, евро крутая. Угу. Вот. Еще одна евро. 91-й, 10 копеек. А где 100 копеек? 2 копейки. Вот. Рублей, по-моему. Рублей. А, это все уже. Да. Вот мне нравится такая и вот такая 50-ка. Круто. Они прикольные. О, покажи. Это 92-й.
Это уже наш. Вот, это коллекционная. 5 копеек. О, смотри. Пробитая. Ее простреливали. 91-го. Да? Это о... 5 цент. Государственный и банк. Крутая СССР. Штука. Смотри, какой. Тут типа нету флага СССР. Это СССР. Ну да, да, это да. Это очень круто выглядит. Я где-то видел у тебя тут. Это вообще в краске залито. Ну вот это... А, это краска? Да. Вот это прикольно. Краска вот это... похожа на окисление. 10... Нет, сверху краска и СССР, окисление. 91-го. Круто, круто. А это... 93-й. Вот здесь вот герб вот этот у меня так такой. Так 93-й, смотри. Ну. Там же не было вроде уже СССР. Пошла. Да, не было. А тут? Это, возможно, последний. А, 73-й, я перепутал. А. 73-й, а есть 85-го. Еще 3 копейки, 91-й. Да, круто вообще, круто. Это у нас 89-го. Советские деньги. Ну, получается, у меня из коллекции советских именно 3. И там есть украинские. Жалко нету. Я не могу найти евро бумажную. Евро? Ну, евро у меня дофига почему-то. Подожди, а какие у тебя еще тут есть? 5 рублей вот эти я поменял. Из прикольных это 92-й 5 рублей. Подожди. Правда, это уже Россия. 2 копейки. Вау. А, короче, СССР нету где-то... 85. 91-го там еще советский, а уже 92-го нет. Вот 50 у тебя есть. Ну, вот это такая, смотри, десятка. 92-й. Она прям затухленная. Ну, ты отдашь? Она прям... У тебя просто есть такое. Есть такие, типа, получше которые. Ну да, у тебя она же получше. Затухленная, они приятнее. Ну, как. Во, смотри, какая она. 2 копейки, 95-й. Ну, я показывал. Даже 73-го. 15-й, вот, смотри. А, хочешь прикол? Я, 15 короче, копеек. Нашел 60 какого-то в Запорожце еще. Да. Я тебе рассказывал. 15 копеек я не видел никогда. Я тоже. Может, еще... 3 копейки, 91-й это мы видели. Ну, типа, смотри, у тебя капец. Же... Родители в СССР были. Да. Они, скорее всего, тоже остались. И, скорее всего, в банке из-под кофе. Почему-то все деньги думаю. В банке из-под кофе. Ну да. У Гречина там вообще дофига их. Можно в обычной банке. Обычной банке. Кофе? Какого года? Оно старое очень. Я прям не найду. Да? Так. 99-го, по-моему. Блин, в самом начале найти такое. Надо искать дальше. Ложок. Пироги пой. Да, слушай, а там, может, еще блин, есть? Просто смотри, какой кофе. Вот тут поверху. Арабский Таура. Что такое Таура? А, Нестеде Таура.